Елена Шевченко представляет общественную организацию «Инсайт», которая занимается защитой прав и интересов ЛГБТ-сообщества. «Инсайт» — это организация, которая работает над защитой законных прав и интересов ЛГБТ-сообщества. ЛГБТ — это лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные люди. Также сейчас мы работаем над защитой прав интерсексуальных людей. В прошлом их называли гермафродитами. В сложившейся ситуации «Инсайт» не остается в стороне. Всем людям в зоне АТО непросто, уверена Елена. А о представителях ЛГБТ-сообщества и говорить нечего. Сегодня своей миссией эта общественная организация видит в предоставлении временного жилья и помощи ЛГБТ-переселенцам из зоны военного конфликта и оккупированных территорий на Восточной Украине и в Крыму. Когда они попадают в такие условия, как, например, те люди, которые переселяются с оккупированных территорий или зон боевых конфликтов, они подвергаются насилию двойному, также и здесь, переезжая сюда. То есть нередки случаи, когда людей избивали, узнавая, что они ЛГБТ, даже в своей сфере переселенцев, да, которые переехали. Их грабили, их насиловали только на том простом основании, что все уверены, что никто не пойдет жаловаться в милицию, правоохранителей. Шелтер – это временное убежище от общественной организации «Инсайт». Это шестиместное помещение для временного проживания, которое открыто круглый год, чтобы обеспечить ЛГБТ людей, оказавшихся в сложной ситуации, безопасным местом для сна, еды, хранения вещей, индивидуальной гигиены. Это из зоны боевых действий в том числе. Мы решили, что «Шелтер» – это проект для тех людей, которые являются внутренне перемещенными лицами и конкретно из востока Украины, а также из автономной республики Крым, которая сейчас оккупированная территория. Вот. Так как мы работаем с целевой аудиторией ЛГБТ-людей, наша целевая в шелтере также ЛГБТ-люди. То есть это значит, что шелтер – это место, где любой человек из ЛГБТ-сообщества, который или которые переехали или хотят выехать из зоны боевых действий оккупированной территории, они могут получить убежище на 3 месяца. Заявки на временное убежище принимаются по телефону. Если есть доступ к сети, то по интернету. Нередки случаи, когда самостоятельно людям не удается покинуть опасную зону. С июня 2014 года через шелтер прошло 43 человека. Основной задачей для общественной организации было не только дать крышу над головой, но и помочь переселенцам шелтера социализироваться. Наша задача социализировать людей, то есть мы пытаемся помочь с поиском работы. Это сложный процесс, особенно если человек открытый. Ну, открытый — это значит, что по нему или по ней видно, или они говорят о том, что они ЛГБТ. Самые сложные ситуации – это те, с которыми сталкиваются трансгендерные люди, у них документы не соответствуют внешнему виду. Работодатели не хотят брать таких людей на работу абсолютно, поэтому многие трансгендерные люди живут не по 3, там, по 4, по 5 месяцев, пока мы не можем найти им работу. Из общего числа, к сожалению, 20–25% не смогли адаптироваться, 2 вернулись обратно, говорит Елена. Отношение окружающих сыграло в их решении не последнюю роль. Видим, по телевидению показывают, там кто-то кого-то ограбили, там кто-то нарушили правила дорожного движения, о, эти люди переселенцы. На самом деле очень много хороших людей, которые переезжают оттуда. Так же, как и, например, возьмем киевлян, да, там, я не знаю, ну 70%, условно говоря, законопослушных людей, а 30, которые там ведут себя достаточно или плохо, или вызывающе, или кому-то не нравится, нарушая какие-то законы, законодательство и все остальное. Нельзя обращать внимание только на тех, кто это делает, и говорить, что все плохие. Потому что если мы так делаем, мы приходим к тем же стереотипам. Например, да, все ромы воруют, вот, все цыгане воруют. Нет, не все. Общественная организация «Инсайт» предоставляет жителям шелтера услуги психолога и юриста по необходимости, а также первичную помощь в поиске работы. Большая часть социализировалась достаточно успешно. Ну, как успешно. То есть они нашли, как правило, работа – это торговля, продавец-консультант – это все, что сейчас требуется. Мерчендайзеры, торговые представители. Некоторые из них переехали и имели ЧП, ну, то есть были частными предпринимателями. Вот они сейчас пытаются здесь что-то делать, в принципе. Кто-то массажистка. Вот повара были. Сколько ЛГБТ-людей остается на оккупированной территории и что с ними? Мониторить очень сложно. Еще сложнее дать оценку происходящему там. Вначале мы слышали о серии изнасилований по отношению к девушкам-лесбиянкам. от одного парня трансгендерного, который не мог 3 месяца жил в подвале выехать из-за документов. Он рассказывал, что несколько человек, мальчиков, были убиты. Был налет на гей-клуб несколько раз. Сколько людей пострадало, они точно сказать не могут. Но, в принципе, я так понимаю, что это продолжается, потому что в ДНР достаточно ксенофобная политика. Мы узнаем о новостях, о том, что там происходит, о тех людей, которые выезжают сюда. Ну и, понятное дело, рассказывают нам свои истории. Мы пытаемся все истории записывать. И, может быть, после того, как проект «Шелтер» у нас закончится, а я надеюсь, что как-то, ну, в смысле, с конфликтом будет решено, и люди перестанут нуждаться, мы выпустим сборник историй тех людей, которые переехали. Но как бы там ни было, выбор всегда есть, убеждена Елена Шевченко. Каким сложным он бы не казался. Выбор, и, ну, то есть я бы не стала осуждать или принимать какую-то сторону в конфликте. Потому что одно дело то, что мы знаем, да, то, что мы слышим, что там происходит. У нас есть понимание там черно-белой ситуации. Там есть наши, есть, да, их. Две, скажем так, бинарные позиции, черное и белое. Но я прекрасно знаю, что в любом конфликте, в зоне боевых действий, когда ты живешь там, находишься там, ну, ситуация особо не черно-белая. То есть ты берешь оружие, у тебя есть какие-то взгляды, ты идешь защищать просто свой дом, ты, возможно, хочешь какой-то независимости, ты не понимаешь, почему тебе ее не дают. Некоторые люди просто пытаются заработать таким образом себе на еду. И я тоже их не осуждаю. Они могут переехать в другой регион и начать жизнь заново. Это, в принципе, выглядит, конечно же, очень страшно со стороны. То есть пока ты не начинаешь это делать, это выглядит достаточно угрожающе. Бросить все, уехать. Но, поверьте, нет такого понятия бросить все. Есть понятие поменять свою жизнь и начать, ну, не с чистого листа, это тоже не очень корректно. Просто продолжить как бы в другом месте. Ничего страшного в этом нет. Везде можно адаптироваться, тем более, если вам некомфортно и страшно, и что-то угрожает вашей жизни. Славянский курорт продолжает восстанавливаться после боевых действий. На сегодняшний день функционирует санаторий «Славянский», а также открыто отделение медико-психологической реабилитации для участников антитеррористической операции. Лікар подивився нас, призначив нам лікування по профілю, кому знадобилися грязьові ванни, соляні ванни, масаж, электропроцедуры. Сам военнослужащий работает фельдшером, и в силу профессии ему приходится часто носить тяжести. Его беспокоили боли в позвоночнике, поэтому он также прошел курс лечения на курорте. Я прошел курс лікування, и в мене від навантаження на плечі, це бронежилет, зброя, медичне оснащення, яке ми завжди з собою носимо. Воно дає нагрузку на спину, і почали турбувати болі у спині. Курс лечения для военнослужащих ВСО бесплатный и длится 10 дней. Больше года на территории Славкурорта дислоцируются наши доблестные вооруженные силы Министерства обороны Украины. Руководство санатория решило, как каждый порядочный гражданин своей страны, внести вклад. Славянский курорт – один из старейших бальнео-грязевых курортов Украины, где для лечения и реабилитации используются природные лечебные факторы – лечебная грязь, минеральная вода, климат в сочетании с физиотерапией. На нашем курорте мы лечим их грязями. Грязи имеют полностью таблицу Менделеева. В них находятся все микроэлементы, антибиотики, цинк, золото. В основная масса – это сероводород. лечение у нас опорно-двигательная система, в основном опорно-двигательная, а также мужская половая сфера, женская половая сфера. Ну, в основном мы сейчас говорим за мужчин, это мужчин мы лечим. И курс лечения у нас 10-12 раз. Процесс действия мы набираем грязь, у нас грязь сульфидно-иловая грязь. Вот. У парня будет куртка-брюки, это опорно-двигательная система. Сейчас он пройдет процесс, так что ребята мне очень помогут. В нашем санатории для реабилитации мы используем основные природные лечебные факторы. Это наши сульфидные грязевые аппликации грязи, знаменитые, и рапные хлоридно-натриевые ванны. Также в комплексе мы используем весь комплекс физиотерапевтических процедур. Это ультразвук, магнитотерапия, лазеротерапия, водные процедуры, подводный душ-массаж. Во время боевых действий курорт сильно пострадал. Обстрелами повреждены были крыши, выбиты окна. Частично пострадало медицинское оборудование и аппаратура, а также лаборатория. Лабораторно-диагностический комплекс у нас славился не только в пределах нашего курорта, но и за пределами нашей области и нашего региона. Поэтому комплекс тоже был полностью уничтожен. Приводить в порядок лечебницу приходили и местные неравнодушные, и медперсонал. И начинали, наверное, по метру территорию освобождать, там, где можно было, где не было уже растяжек, где не было... Уже была свободная территория, потому что трава была по пояс, убирали, косили, рвали, приводили сначала территорию в порядок, а потом уже вымывали корпуса отделения. Когда же начали восстанавливать санаторий, то возникла проблема в пациентах. Они с опаской относились к предложениям лечиться на территории Донецкой области. Открылись первые пациенты, пошли в октябре месяце. В октябре месяце пошли с опаской сначала. Многие прозванивали, спрашивали, как у вас здесь спокойно, нет ли боевых действий. Ну, люди приехали и затем как в телефонном режиме прозванивали другим, потому что не так, нету здесь не спокойно все. Потому что многие, которые приезжали раньше, оздоравливались, ну, с тревогой и боязнью, боялись пересекать пределы нашего города, нашего курорта. А вот многие о целебных свойствах славянского курорта даже не подозревали, сознаются военнослужащие. У нас, как было принято отдыхать, нужно либо в Крым, либо где-то в Турцию, либо где-то там в Египет. Оказывается, у нас на территории нашей страны, на территории Донбасса есть прекраснейшие курорты, прекраснейшие грязелечебницы, которые могут давать, ну, хорошее лечение, хорошие просто профилактические какие-то процедуры. Это есть, и этим нужно пользоваться. Но искренне переживают за судьбу лечебницы, поскольку именно здесь проходят лечение и реабилитацию спинальники. Цей лікувальний заклад потребує більше фінансового забезпечення, тому що в нашій країні дуже багато людей, які дійсно потребують реабілітацію, лікування. Ці спінальні хворі на інвалідних візках, які, мабуть, вже загубили віру в те, що вони можуть пересуватися на своїх ногах. Я чув багато історій, що люди сюди приїжджають на лікування на інвалідних візках, на своїх ногах уходять. І це лікування, ця сфера фізіотерапевтична повинна розвиватися, і цей заклад не повинен бути проданий або закритий, тому що він залишився останній в нашей стране. Таким образом, военнослужащие 95-й бригады, которые дислоцируются в Славянске, получили возможность в местном санатории реализовать свое право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Ведь, по словам десантников, кроме медицинских процедур и массажей, им также важно отдохнуть после пережитого психологически и морально. А здесь для реабилитации участников АТО есть все условия: благоприятный климат, лечебные процедуры и приветливый персонал. Этот тренажер разрабатывает двигательные функции правой руки, лучезапястный сустав работает. Если на вытянутой руке, давайте на вытянутой руке, на вытянутой руке укрепляет предплечье. Вот. И в основном этот тренажер служит для разработки сустава. Для разработки сустава. Возможно менять положение для нагрузки. И поднимать вверх. Все военнослужащие, которых беспокоит проблемы с позвоночником, шеей, там, с коленом, все, что с травматологией связано, да, хрусты в коленах, боли там в шее, в пояснице, они должны были оповестить командира. Они обращаются непосредственно к нам в медицинскую роту. Они там в любом случае, если есть какое-то заболевание, оно фиксируется у нас и проходится медикаментозное лечение. Параллельно, так как есть возможность теперь проходить лечение в санатории Славянский, направляет каждый раз курс 10 человек. Солдаты нашей бригады проходят уже второй месяц. Была сначала первая партия, 10 человек. Они пришли, они были очень довольны процедурами, отношением врачей к нам. Что касается отношений персонала и пациентов заведения к военным, то проблем никаких с этим не возникало. Хотя, признаются, определенная настороженность поначалу все-таки была. Как медицинское учреждение, здесь все доброжелательные. Я ни разу не заметил, вот как взять любое учреждение медицинское, я сам киевлянин, и когда обращаешься в больницу с действительно серьезной проблемой, например, операцию, то нужно там операцию назначать, делать, то стоит вопрос о взносах, пожертвованиях и благодарности. Здесь такого нету. Население к военным относится предвзято. Кто-то хорошо, кто-то плохо, кто-то очень хорошо, кто-то очень плохо, кто-то молчит, кто-то со страхом. Но когда мы пришли в санаторий, мы увидели, что к нам относятся здесь не просто хорошо, а очень хорошо. Для медперсонала и для руководства санатория мы военные, ну скажем так, может на первом месте. Ну, в отношении к себе мы это наблюдаем. Плюс ко всему курорт расположен в живописном месте. Ландшафтный парк и прилегающие к нему озера создают неповторимый микроклимат, способствующий оздоровлению души и тела. Поэтому хочется надеяться, что в ближайшем будущем он заработает в полную силу. Десять лет травмированный позвоночник, неходячий, пластины в спине до конца жизни. Вот спасибо Антону Приютилову, Антона Наживем. Убежали от войны. Жильцы не работают, воды нету, света нету. Это само было, побомбили. Угу. На седьмом этаже. Все эти люди пережили ужас войны. Помощи ждать им было неоткуда, да и возможности укрыться у них были крайне ограничены. У нас была бомбежка. Приехал Мишин сын, наш внук, со своей семьей. Ну, в подвал. Ну, в подвале все оборудовали, опустили кресло, все бомбит. Они говорят, давай папу. А как мы папу? Приступок, 13 приступок. Как его спустить на коляске? Как его потом вытаскивать? Вот, вы ховайтесь, мы уже будем с сыном сидеть. Да, любой инвалид не может прятаться. Не в это, я тоже, когда война была, тоже никуда не уезжала. Куда? Ну, есть подвал, и там, и там. Инвалид не может никуда, ни бомбоубежища нету на Славкурорте, нету ни дорог, почему доступности нету. Война нас тоже хорошо очень тряхнула. В подвал не зайдешь, подвал не приспособлен для колясок. Кто думал, что мы будем коляски? Коляска ездит туда. Сидим в хате, война идет. Вот такими слезами плачем. Я говорю, подвал не пойду. Муж гонит подвал, на коляске лежит. Дотя тоже кричит, я без родителей не пойду. Сидим возле него и плачем. Как только появлялась хоть малейшая возможность перебраться на мирную территорию, они это делали. Многие сегодняшние жители приюта часто оздоравливались в лечебных озерах Славкурорта. Поэтому Ольгу Плюско знали хорошо. Обратиться не до кого, до кого. Вот. Мы созвонились с Олей. Вот. Сказала, приезжай. Приезжайте. Приехали. Она во всем помогала и нам, и сыну, и нам. Приезжаем тут, находимся. Хороший человек. Женщина – председатель местного общества инвалидов. Сама пережила подобное, поэтому не мешкая предлагала всем, кто обращался, в качестве временного жилья свой дом. Кому ни в чем не отказывают. И у нас своего рода здесь получился как бы небольшой инвалидский приют, чем мы помогаем друг другу. Сама Ольга Антоновна Славянск не покидала даже в самые горячие дни конфликта. По мере своих сил помогала горожанам с особыми потребностями. Говорит, сегодня их общество насчитывает 250 человек. Всю войну я прожила здесь. Мы все, я даже не знала, что у нас в обществе общество такое большое. Когда я начинала, было всего 10-20 человек. Сейчас у меня в обществе 250 человек. И многие это люди, которые... Мы хлеб пекли, не было света, не было воды, волонтеры со мной, Витя, где он, я не знаю, сейчас тут, это. Он целую войну был со мной, помогал всем таким же инвалидам, как я. Организовать приют для инвалидов, переселенцев из зоны боевых действий в Славянске получилось как-то само собой. Люди обращались, Ольга Антоновна никому не отказывала. Помогают все фонды. Особенно это церковь «Добрая весть» всегда помогала и во время войны, и после войны, и сейчас помогает всем переселенцам моим и всем инвалидам общества. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Как к чужому городу отнестись? Безобразно, не хочется, все ж мы люди. И человеческое достоинство у каждого есть. Но лучше в тесноте и в обиде, чем под бомбежкой. Из пули или с осколком в груди. Поехали, поможем. Вот такое место у нас. Вот. Не ноги поставить, ничего, это самое вот, плохо здесь. Когда в доме места стало не хватать, помогли военные. Организовали и установили во дворе палатку. Они приехали за день, поставили палатку. А кровати нам предоставили это, дудник, это в «Доброй вести». Ортопедические кровати, они числятся на моем офисе, на мне. И вот ребята приезжают, отдыхают в любое время ночи, кто приехал. Там солдаты, спасибо, и свет провели. Но все это летний вариант. Жильцы данного приюта с опаской ждут зиму. Приют для всех его жильцов стал маленьким миром со своим укладом. Здесь они живут дружно, делят горести и радости. А еще оплату за коммуналку и другие бытовые проблемы. Раз мы, это сколько она крутила воду, мы собираемся, оплатили и все. Ну, хорошо. И отопление вот сейчас, это самое, нам нужно это, дрова в носу, если отключат газ, дрова на всякий случай, начальник лесничества, спасибо, тоже уже это самое, дрова в нас есть. Но еще сложнее, когда люди с ограниченными возможностями сталкиваются с проблемами извне и человеческим бездушием. Была льготная очередь, сейчас с той стороны едешь, убрали ее, стоишь в общей колонии. Ну, не понимают люди, что едет инвалид первой группы. Выскакивают на дороге, не пропускают. Военные тоже, на кого попадешь. И один понимает, машет едет сюда, пропускают. А другой нет. Угрожали нам и кричали, и машину спалим, и машину побьем, и перекинем вас. И группу купил за деньги, ты здоровый как бык. Купил группу и коляску, чтобы без очереди ездить. Вот. Ну и люди некоторые подходят, показывают документ, ну вот инвалид, нельзя ему сидеть, температура большая, до 40 доходит температура. Мы сочувствуем, ну, больше сейчас не сочувствуем. В настоящее время из-за конфликта на востоке Украины лица с инвалидностью столкнулись с невероятными трудностями. Уполномоченный по правам людей с инвалидностью заявил, что в украинских властей нет информации об инвалидах, которые оказались на неподконтрольных правительству территориях. Нет сведений и о том, живы ли эти люди, где они сейчас находятся. Это та категория населения, которую государство обязано было эвакуировать. Вот просто обязано. Если люди, которые могут передвигаться сами, которые могут, даже если у них нет финансов, занять, найти финансы, потом отработать, отдать, инвалиды сделать это не в состоянии. И это прямая обязанность и ответственность государства была эвакуировать этих людей. Вот то, что эти люди не эвакуированы, я считаю преступлением государства. Там у нас родители под 80 лет. Мы другой раз лекарства отвозим, продукты лекарства. Потому что там невозможно ничего купить. Цены бешеные и нету. Ни социальных выплат, ничего. Вот это живут раз в полтора месяца, даже сейчас 2 месяца раз. Сделали нам гуманитарку, дадут кое-какой там паёк. Тот же продукт провести бы, тот кусочек сала, люди же погоду не видят, потому что у нас нереальные цены, заоблачные. Ну а электричество, там вода есть у вас? Воды нет. Вода у нас раз в неделю, пока поет ведра 3-4, вот так вот мы живем. Езжу хотя бы раз в месяц проехать, посмотреть, разбили меня дом или не разбили. Приезжаю раз в месяц, сколько там накачаю воды. Вот и все, просто проверю, огород не засажен. Просто чисто на всякий случай, потому что это дом моих родителей. Они, их уже нет в живых, а мне жить-то все равно нужно где-то. Жену похоронил в том году, но она от болезни умерла. Так что я живу один, а одному страшно. По словам Ольги Антоновны, ее приют посещали чиновники самых разных рангов. Помогали не без этого. Но нерешенных проблем осталось гораздо больше. Нет мастеров тут, и печка вообще не может. Вот ее готовить на ней женщины не учатся. Всего только 4 конфорки, они все по полконфорки только горят. Электроколяску попробуй отремонтировать. И даже любую коляску. Нету мастера по электроколяске, нету диагностического центра по ремонту колясок. Обещали нам все. Все обещают, и никто ничего не делает. Оля позвонила, обломалась возле Славкурорта. Ну, поехала на машине. Колеса лежат передние. Я говорю, это конструкторы, которые делают коляски. Если бы они поездили сами на этой коляске и попробовали, как их сделать, как тяжело. А пока люди с особыми потребностями здесь, в Славянске, пытаются обратить внимание на свои беды власть имущих. Потому что просто хотят чувствовать себя полноценными членами общества. Не замывать, мы тоже люди. Мы тоже люди, мы тоже хотим передвигаться, тоже хотим отдыхать, купаться. И если бы можно было, и работали бы, но не позволяет здоровье.